Горячие темы, жаркие споры в лайв-студии на Думской ТВ каждый четверг в 8 вечера. В этот раз мы обсуждаем итоги работы новой полиции, многообещающая реформа или ящик Пандоры. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите лайв-студию в прямом эфире. С вами я, как всегда, в этот четверг, Анастасия Большедворова. Сегодня мы говорим о полиции. В Украине продолжается реформирование органов внутренних дел. Прямо сейчас происходит аттестация в полиции, но уже прошел практически год с появлением на улицах нашего города и вообще нашей страны полиции. И общественность уже не может молчать о тех критических ситуациях, когда полицейские просто не справляются со своей работой. Таких фактов, к сожалению, очень много, и некоторые из них мы сегодня с вами обсудим. Нам всегда интересно знать ваше мнение, мы проводим интерактивный опрос. Сегодня наш вопрос к нашим зрителям будет звучать так. Ваше отношение к патрульной полиции. Первая реформа проходит успешно. Второй вариант, есть недостатки, но все-таки еще нужно дать время, чтобы эта реформа реализовалась в жизнь. И третий вариант, полиция равно милиция. Ну, то есть фактически вы считаете, что ничего не изменилось. Три варианта ответов, можете голосовать и можете также звонить нам прямо сюда в студию, задавать вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира 42 93 23. Ну, а прямо сейчас я предлагаю посмотреть один коротенький ролик, который мы обсудим буквально через несколько минут. Отвечаю за свои слова, что у тебя сейчас. У меня есть видеосъемка, где он мне угрожает, именно лицо. Я его прям в лицо снимал. Можешь пояснение, заявление напишу? Да не вопрос. Конечно, я напишу на него заявление. То, что можете ответ написать? Конечно. Алло. Без вопрос. Давай, да. Он говорит, что это травмат у меня пистолет. Ой, травмат. Нет. Это 306. Сейчас придет девочка. У меня один вопрос. Только что отдали в руки пистолет, который мне угрожали и по которому я сделал заявление. Ну, и по которому я вызвал милицию. Это нормально? Это пневматический пистолет, молодочек. По закону он имеет право его носить, но ему не надо разрешить. Вот и он имеет право им угрожать. Он имеет право, да, это игрушка. Он вам детский пистолет, как бы, только... Деньги хотел мы. Я извиняюсь, можно задать вот вопрос такой? Только что мне угрожали, я вызвал, и вы отдаете ему оружие. Сотрудник розыска будет безвозвратно, никуда не уходит. Автор этого ролика у нас сейчас в студии Стас Домбровский, поэт и актер. Буквально через минуту нам расскажешь, что же происходит на этих кадрах. Я представляю еще нашего гостя, который будет с нами сегодня обсуждать, что происходит в полиции. Олег Михайлик, активист и общественник. Приветствую вас, Олег. Стас, теперь я даю тебе слово. Мне все-таки хочется понять, что же на самом деле произошло. Вот давай с самого начала. Ну, я сейчас посмотрел ролик, я сам потерял нить повествования, и я не знаю, как можно рассказать. Ну, что произошло? Произошло, я могу лишь по факту рассказать, что когда я зашел в Макдональдс, увидел двух неадекватных людей своего прошлого, таким, каким когда-то был я, естественно, уступил им дорогу, потому что, ну, как-то не очень мне хотелось вступать в конфликт, а я видел, что люди этого ищут. Но они сами с собой в конфликте, они были оба в состоянии измененного сознания, с точностью могу сказать даже, под чем они были. То есть они фактически явно были под каким-то наркотическим воздействием? Да? Ну, да не под каким-то, это или метадон, конкретно. Или опиаты, упавший зрачок, который не реагирует на свет совершенно, даже при свету. Ну, то есть вот. И, ну, может быть, они почувствовали мою зависть, к ним я уже очень долго не употребляю. Я вообще испытываю по этому поводу зависть к людям, которые могут себя позволить себя уничтожать открыто. Вот. И татуировки. Началось с татуировки. Ну, и очень... вызвало у них чувство раздражения, мое молчание. То есть они обратились к тебе, стали спрашивать, что означает твои татуировки? Да, причем, да, именно не интересоваться, а спрашивать с меня. Буквально и морально. И, ну, в один прекрасный момент я не выдержал, испугался. На вопрос, ты что, меня боишься, что ты молчишь, я действительно испугался, ответил, что чувство страха у меня эрекция. Предложил им показать. После чего мне предложили выйти, где прострелят ногу. Ну, и вот тут уже что-то включилось из старого. Мне, наверное, надо было забежать в туалет и заплакать, но я пошел с ним, он вытащил пистолет, я телефон. Это единственное оружие, которое у меня где сейчас есть. Где это все есть. Происходило? То есть изначально это было в Макдональдсе, но потом вы вышли? Вот.
И мне стало страшно, когда я увидел, что он действительно может выстрелить. Я не видел, если бы я сразу понял, что это пневматический пистолет, то, возможно, это было бы все совершенно по-другому. И там бы и закончилось. Но так как я очень сильно реально перепугался, потому что, ну, непонятно. Тем более, так блефовал он красиво. Никогда не знаешь, кто перед тобой, да? Да, ну, блефовал красиво. Вот я убрал камеру и постарался как-то успеть обезвредить этого человека. Когда ты вызвал полицию? Каким образом на месте объявились... Когда я понял, что он может быстрее дотянуться до пистолета, нежели я до телефона, я развернулся и ушел в людное место, вызвал полицию. Очень быстро, кстати, приехали полицейские, но приехал первый наряд, который вызвали другие потерпевшие. Там рядом тоже был конфликт. Человека просто забрали прямо на улице в багажник, мотивируя это тем, что он сепаратист. И увезли. Девушка мне сегодня по этому поводу писала, у них тоже без результатов. Вообще никаких результатов по их заявлению. То есть, давай вернемся немножко назад. Ок. То есть, вот эти ребята, которые на тебя нападали, которые тебе угрожали пистолетом, ты еще не знал, например, что это пневматический пистолет, каким образом они остались на месте и не убежали? Они убежали. Один из них сразу побежал после того, как увидел, что я нанес удар, и побежал к своей машине. Второй поднялся и пошел за ним. Когда я вышел уже из Макдональдса после вызова, я увидел, как они двое переходят улицу... Это не Привокзальная, а Пантелеймоновскую. Угу. Вот. Я увидел, что еще возможно их задержать, но не так быстро. И увидел полицейскую машину. Подошел к ней, это были те, которые вызвали другие. В общем, они их задержали там же. И вот дальше вы видите то, что было на ролике. Хорошо, ну вот по-твоему, действия полисменов. Насколько они были адекватны, насколько они были правильны? Ну, я могу лишь сравнивать с тем, как меня когда-то принимали. Сравни. Ну, да и вообще никак, это не действие. Ну, люди забирают пистолет, он выпадает. Они не предпринимают никаких действий по поводу задержать. То есть реально перед ними два человека в невменяемом состоянии. Это видно, очень ярко видно, даже на такой на записи с телефона. Я уже не говорю о том, когда реально лицом к лицу, видишь, человек в неадеквате. И они начинают просто звонить. Они просто стоят и звонят, и этот Гаврик тоже звонит. Вот такая вот ситуация, какой-то абсурд. У меня было впечатление, что я у себя в театре, все это разыгрывается. Как-то так. И при этом ты спокойно ты снимал все на свой мобильный телефон? Ну, а что делать? Хорошо, ну вот дальше ты обратился к следователю. Понятно, что вы приехали не в отдел милиции. Не было следователя никакого. То есть вообще не было следователя? Был человек уже после всего, после того, как... человек с пистолетом пропал. Ты очутился в отделении милиции. Да. И там, по идее, ты должен... пистолет, взяли объяснение не с меня, а с этого человека. Но брать объяснение должен был следователь. Нет, полицейские что-то записывали, девушка полицейская что-то записывала. То есть вот такой вот какой-то абсурд был, такой вот легкий. То есть я просто стоял, это все и снимал. И ребята отпустили. Да не то, что отпустили, мы отдали пистолет в отделение. Второго человека, который был с ним, даже не взяли с собой. Одного привезли, отдали ему, первым делом ему отдали пистолет, прямо там в отделении. Там же выслушали его по поводу того, что я у него хотел на самом деле забрать 9 тысяч и снять с него золотой браслет. Он их показывал там, вот такой вот. Он подошел к одному из окошек, снимал это, пытался там и договориться или не договориться. Ну, а вы написали заявление? Да, естественно. Тут я писал уже не заявление, а пояснение. Нет, а заявление вы написали о том, что вам угрожали пистолетом, предметом, похожим на боевое оружие. Вы написали это заявление? Я написал пояснение. Нет, именно заявление. Нет. Конкретно заявление нет, меня его никто не брал. Мне после всего этого взяли пояснение. Дело в том, что, понимаете, в чем суть? Я сегодня был у Дмитрия Юрьевича, начальника Приморского, и вот я видел видеозапись, где там видно, что не было какой-то передачи денег, он не откупился, ничего, там простая халатность. Его просто отпустили, то ли в суд. Ситуация так ясна каждому. Есть милиция, профессионалы, какие бы они ни были, которых лишили возможности справляться со своими прямыми обязанностями. Есть полицейские, которым нужно как минимум лет 5, чтобы наработать свой опыт. Олег, вот вы согласны, что нынешних полицейских фактически лишили всех их должностных обязанностей? То есть теперь они не могут сделать ничего
Знаете, ну, во-первых, заявление и пояснение – это разные вещи. Для того, чтобы что-то, какое-то дело началось, приняло, это было бы рассмотрение, зарегистрированное в ЕРДР, должно быть заявление от потерпевшего. Вы в данном случае потерпевший, которому угрожали, и я видел эту историю на Фейсбуке, абсолютно правильно поступили. Вот это поступили по-мужски. Потому что можно было испугаться, убежать, все. А можно было самостоятельно разбираться. Самостоятельно, а вы сделали так, как должно быть в цивилизованном обществе. И когда так будут делать все, это общество изменится к лучшему. Я хочу сказать, что вот эта полиция, которая сейчас, раньше, ну, это рефлексия среза общества, которое мы сейчас имеем. Мы имеем что-то новое, какие-то прогрессивные силы, и их в какой-то степени олицетворяет вот эта новая полиция. И есть то, что осталось с предыдущего, то, что никогда не работало, ну, по крайней мере, в последние 5 лет. То, что было создано и существовало для вытаскивания денег из наших карманов, продажи сроков возможных, коррупция, да, в правоохранительных органах, остального. В принципе, оно то все да. и осталось. Здесь я вот посмотрел сюжет, и его надо разделить на несколько частей. Говорить, что патрульная полиция одно и то же с той полицией, которая сидит в Приморском райотделе, это один из самых известных райотделов в городе. Не в самом хорошем смысле этого слова. Ну, наверное, не стоит. Масса замечаний к полиции, к новой полиции. Могу высказать десятки, начиная от не очень достойного поведения, этой заносчивости по отношению самих к самих полицейских. Да, это есть, это ни для кого сегодня не секрет. Начиная от элементарного незнания правил дорожных движений, у меня было такое, что я выезжал, они мне просто перекрыли дорогу, стали под знак, и я подъехал, отпустил стекло и говорю: ребята, вас вообще учили или нет? Но там есть положительное, там есть рациональное зерно, там есть хоть что-то хорошее. В предыдущей полиции я не вижу ничего хорошего. Заваленные делами райотделы, полностью неукомплектованные, разукомплектованные после проведения первой аттестации, хотя аттестация и перевода... Ну, вот, кстати, по поводу аттестации. Вы сами плавно перешли к этой теме. Вы находитесь в комиссии да. аттестационной. Во-первых, расскажите, что такое аттестация, так, чтобы всем людям было понятно, что из себя представляет эта процедура и для чего она нужна. Это уже вторая аттестация. Первая прошла для нас незаметно, и все, практически все, кроме, наверное, самых махровых, на низшем уровне полиции, милиционеров, они плавненько перешли в полицию. Да, они сейчас называются там кто-то тимчасовые выконующие обязанности, все, но они очень плавненько перешли в полицию. Никакого влияния ни у общественности, ни у кого не было на этот процесс. Сейчас запущен новый процесс. Первое, все полицейские проходят специальный тест на общие знания. И очень интересный тест, я его не видел, и я думаю, что его не видели никто, кроме полицейских и тех, кто его разрабатывал, на мотивация нахождения в полиции. После этого готовится пакет документов, и есть аттестационная комиссия, которая состоит там из представителей национальной полиции, новой полиции, общественников, юристов. Я не могу рассказывать подробности, потому что, во-первых, мы подписали заявление о неразглашении, и до определенных моментов можем только в общих чертах описать. А почему? Почему не все разглашается сейчас общественности? Первое, потому что все-таки это судьбы людей, это раз. Какие бы они ни были, но я бы в какой-то момент... Если бы это было раньше, я бы всех уволил бы и всех бы начинал принимать через конкурс. Сегодня, когда уже часть прошли через эти аттестации, другие ждут, волнуются, ну уже об этом говорить сложно. Второе, почему не рассказывается, потому что даже та информация, через которую проходят первые, она буквально завтра становится известна всем остальным, кто идет за ними. И таким образом помогает им там подготовить ответы на определенные вопросы. А по некоторым данным вроде бы уже даже и часть тестов были
либо украдены, либо распространены. Хотя это в любом случае, кто-то уже знал заранее ответ. Такие слухи есть. Я не видел, но слухи такие есть, потому что тесты непростые. Хорошо, вот насколько высокие знания законодательства нашей страны, законодательства Украины демонстрируют те люди, которые проходят через вашу комиссию? Вот что вы видите своими глазами? Я не юрист, я не могу оценивать, хотя есть там специальный человек, который спрашивает, даже два человека, которые общие знания по юриспруденции, потом кодекс криминальный, специальные приказы, издаваемые Министерством внутренних дел. То, что я вижу, я бы большинство из них не взял бы в новую полицию. Они больше, не могу сказать прям сколько большая часть. Сколько процентов вы бы не взяли из тех, вот кто вам не нравится? Мне пока сложно говорить, нравится, не нравится. Ну, например, да, есть люди, которые приходят и показывают декларации, что они заработали за прошлый год 45 тысяч гривен. Угу. При том, что взрослый человек, здоровый, отработавший определенное количество лет в милиции, имеющий супругу, там, двое детей, ну, самый первый законный вопрос. Ну, как вы смогли прожить с двумя детьми и супругой? У вас супруга миллионер там, или вам кто-то помогает? Нет, нам всегда хватало. Ну, либо это такой... Сколько это? По 3,5 тысячи гривен в месяц. И еще такие умудряются снимать квартиру и рассказывать, что они покупали с этих денег канцелярию и бензин. И этот человек, он проходит дальше в ряды полицейских? Или сейчас под вопросом? Принятие решения коллегиальное, и это не самое страшное из того, что рассматривается. То есть, естественно, этому будет дана определенная оценка со стороны людей, которые это все слышат. Но это не является определяющим фактором, проходит он или не проходит. Это еще не все. Вопросов в действительности много. И я хочу сказать по тому, что я видел. Первое. Ну, мне сложно назвать Приморский или любой другой райотдел новой полиции. Ну, не могу я, у меня не поворачивается просто язык. Это те же милиционеры, которые последние там 5-10 лет там сидят, которые отпускали задержанных там за $100 раньше, там, или за там 1000 гривен, или за 500 гривен, чтобы не возбуждать там какие-то уголовные дела. Это все те же самые люди. Только называется полиция. У нас прямо сейчас на связи по телефону Владислав Сердюк, советник начальника национальной полиции в Одесской области, подполковник милиции в отставке. Владислав, добрый вам вечер. Да, добрый вечер. Владислав, мы сегодня обсуждаем полицию, уже прошел практически год, и мы можем уже говорить о каких-то результатах, но помимо позитивных результатов, помимо того, что какой-то все-таки есть имидж, есть очень много негативных моментов, о которых мы сегодня говорим в студии, когда патрульные просто не знают, как себя вести в критической ситуации. Каким вы видите ближайшее будущее полиции, нашей новой патрульной полиции? Есть ли у нее действительно вот впереди что-то светлое? Давайте я вам сразу скажу вот что. Патрульная полиция – это одно из структурных подразделений национальной полиции. Поэтому, если мы говорим о полиции вообще, значит, мы говорим просто о полиции, о национальной полиции. Потому что патрульная полиция и вся остальная полиция на данный момент – это, как говорится, две большие разницы. Сегодня если мы хотели бы говорить все-таки вообще, о полиции, которая хоть немного изменена, да? Все-таки полисмены, те, которые полиция, мы видим на улице, это они новое отличаются. Новое подразделение, люди туда набирались практически, как говорится, с нуля. Они прошли небольшую там 2-3-месячную подготовку и их сразу выпустили на улицы. Ну и это, конечно, сразу сказалось на некоторых результатах их работы. Я не могу сказать, что патрульная полиция, она... Это проект абсолютно неуспешный. Нет, конечно, есть положительные моменты, они видны многим людям, но до совершенства патрульным полицейским еще очень-очень далеко, до совершенства их профессионального уровня. А вот что касается полиции вообще, вот особенно той полиции, которая сейчас проходит аттестацию, это сотрудники территориальных органов полиции, областного управления райотделов, то эта полиция сейчас находится в таком состоянии, которое я характеризовал бы ни живой, ни мертвый. К
К сожалению, статистика говорит сама за себя. Если бы я вам сейчас привел реальные цифры роста преступности, не из Фейсбука взятые, а реальные следствия, то вы были просто шокированы. И я боюсь, что после проведения аттестации, после того, как еще определенное количество сотрудников уволится, ситуация будет гораздо хуже. Ну, конечно, этот период надо пережить. Это такое, это хирургическая операция, это надо вырезать все эти опухоли, метастазы. И со временем, конечно, все наладится, и полиция будет работать так, как она должна работать, а не так, как работала милиция наша пресловутая. Скажите, а вот каким образом можно повысить качество работы тех самых полицейских? Есть ли какие-то вот уже конкретные разработки, как исправить нынешнюю ситуацию? Для того, чтобы повысить качество работы, людей нужно учить, людьми нужно управлять, людей нужно контролировать. В этой ситуации очень важна, конечно, роль руководителей. И я надеюсь, что при проведении аттестации и собеседований, в частности, будут отобраны те люди, которые реально могут руководить подразделениями полиции, а не те руководители, которые просто набивали себе карманы, покупали виллы, машины дорогие, крышевали преступный бизнес и не занимались, по сути дела, личным составом и, собственно, раскрытием преступлений. Вот я вам хочу сказать на примере патрульной полиции. У них очень был короткий период обучения, и это сейчас дает о себе знать. Людей нужно учить там постоянно. Это очень специфическая работа, особенно в оперативных подразделениях. Ну и, конечно, нужна мотивация. Не будет мотивации материальной и моральной, ни одного полицейского не заставишь работать так, как он должен работать, на благо общества и в интересах граждан. Вот у нас сегодня в студии Стас Домбровский, который стал жертвой нападения на него двоих преступников, которые угрожали ему пневматическим пистолетом. Но, естественно, что в ходе этой ситуации Стас не мог понять, что это не настоящее оружие. И вот отсюда вопрос, стоит ли наказывать тех полицейских, которые не смогли фактически эту ситуацию исправить, которые просто стояли, вот мы видели это на тех кадрах, которые нам сам же Стас предоставил, записанные на мобильный телефон, да, что вот полицейские, они стоят, они не знают, что делать, они не знают, кому звонить, они вот никак не препятствуют деятельности этих фактически злоумышленников. Я знаю эту ситуацию, я знаю, о чем вы говорите, я с этой ситуацией разбирался, я знаю досконально действия и патрульной полиции, и сотрудников Приморского райотдела. Я хочу сказать, что это типичный факт непрофессионализма как со стороны патрульной полиции, так и со стороны сотрудников райотдела. Ну, со стороны сотрудников райотдела полиции там больше, конечно, вины в том, что эти люди избежали наказания. И факт очень прискорбный, факт. Эта ситуация, она, скажем так, из прошлого милиции. И я надеюсь, что из этого сделают выводы и в будущем будут поступать по закону, конечно. Вы сказали, что эти ребята, они избежали наказания. То есть им уже не светит никакой срок? Я в этой ситуации разбирался, я там усматривал минимум это мелкое хулиганство, а максимум это злостное хулиганство с применением оружия, за которое положена уголовная ответственность, статья 296, часть 1, если не ошибаюсь, Уголовного кодекса. Но сотрудники полиции Приморского райотдела поступили настолько халатно и бездарно, что они просто дали возможность этим людям уйти, не применив к ним абсолютно никакое наказание. Я думаю, что за это они будут наказаны. Я знаю, что некоторые из них уже наказаны за это. Стас, есть ли у тебя, например, вопрос к нашему гостю? Я тоже. У меня тут вопрос, наверное, который приходит каждому человеку сейчас.
Понимаете, ситуация. Сейчас получилось так, что все-таки я хочу договорить, что та структура, которая действовала хотя бы как-то, она бездействует. Та, которая пришла новая, тоже. Они пока еще не набрались опыта. Я не считаю, что это плохо или хорошо. Я не привык делить что-то на плохое или хорошее. Все зависит от меня. От того, что, какой я вынесу из этого опыт. Я пришел сегодня, вот я поговорил с Дмитрием Юрьевичем, да, вот с начальником Приморского райотдела. Я, ну, что из этого я могу вынести плюс? Звонить я буду обращаться в полицию, потому что это мой выбор. Это мое новое государство, это мое внутреннее построение государства. Я буду это делать, как бы они ни реагировали. Я попросил у Дмитрия Юрьевича возможность общаться с теми, по моему роду моей работы, да, по роду моей деятельности. Дать возможность общаться с людьми с таким прошлым, как у меня. Нести им весть о том, что выздоровление возможно. Это моя ответственность, у меня появилась такая возможность. Я вышел на этого человека и получил позитивный ответ. Это кайф, мне он очень понравился. Что дальше? Мне страшно. Страшно за то, что я не понаслышке знаю о том, какие люди содержатся в местах лишения свободы, но только в тех местах, где Житомирская, к примеру, и Винницкая крыта. Эти люди сейчас, благодаря закону Савченко, именно почему-то в этот момент они выходят в массы. И мне страшно за то, что это настолько какая-то глупость, что ли, принимать такие законы в такое время, или это спонтанно. Я не верю в глупость и не хочу верить, что люди, принимающие законы, настолько глупые, чтобы не понимать, что такое развитие ситуации приведет к тому, что у нас скоро президентом, как в свое время, станет тот же Мамука. Я, конечно, дико извиняюсь, это субъективно, но это таки есть и никуда не денешься. Сейчас не будет у нас в городе... Есть у тебя вопрос к Владиславу, да? Вот, да, так, к Владиславу. Почему вы... Ну, человека? Вопросов у меня к вам нет. И ко мне, к Владиславу. А к Владиславу? Советник, я так понимаю, советник руководителя областной полиции. У нас сейчас фактически в городе, да, Владислав, выполняет обязанности полиции РГБ. Спасибо Марку Гордиенко. Я бы хотел вам задать конкретный вопрос. Тут бы я с тобой поспорила. Ну хорошо, задавай вопрос. Это мое мнение. По крайней мере, я так вижу. Возможно, взять тех людей, которые этим занимаются сами, проверив на настоящую мотивацию. Не проверяя их психологическими тестами, знания законов или нет, а на человечность. Может, нам люди наконец уже нужны в полиции, а не роботы, знающие закон. Может быть, так это и перестанет ломаться. Вы имеете в виду взять представителей общественной организации, например, РГБ, и да? Заменить их на полицейских на них? Хотя бы не заменить, это, наверное, слишком, а, ну, возможно, каким-то образом сотрудничать. Увеличить их ряды с помощью РГБ. Конечно, этот вопрос обсуждается, он обсуждался, и принято, я знаю, решение после проведения аттестации, собрать представителей всех общественных организаций и приобщить их к охране общественного порядка, это будет обязательно. Ну, по крайней мере, генерал Варкипанидзе имеет в планах такое мероприятие. Владислав, большое спасибо, что были спасибо. С нами на связи, за ваше компетентное мнение. Благодарим вас за то, что можно вы секунду знаем. Еще? Да, секунду. Конечно. Вот затронули тему с законом Савченко. Я вообще, конечно, я крайне возмущен принятием этого закона. Я понимаю, что этот закон был принят для того, чтобы из добрых побуждений, для того, чтобы из мест лишения свободы вышли люди, которые оказались там по ошибке или там на основании каких-то заказных уголовных дел. Но процент этих людей настолько мал по сравнению с процентом тех людей, которые освободятся оттуда. Вот по Одессе я знаю, что выходит очень большое количество представителей банды Марьянчука. Это те люди, которые в 90-х годах я участвовал в поимке и в посадке. Это не карманники, это не люди, которые ворвали кастрюли там или сковородки, это очень опасные люди. И эти люди, благодаря закону Савченко, сейчас оказываются на свободе. Часть уже вышла, часть ждет там документов, я знаю каких-то. И это очень печально, это очень печально. Спасибо. Спасибо вам, спасибо, Владислав, да. За то, что были с нами на связи. Да, пожалуйста, до свидания. Ну, даже вот мы сейчас буквально коснулись этого закона, говорим, что это печально, но что мы можем исправить? Фактически ничего. Можем.
Можем? Давай, что? Мы можем говорить об этом, мы можем сделать это с собой, и мы можем разрешить все-таки людям, которые могут применять оружие на месте. Потому что те люди, которые сейчас появятся в городе, это те люди, которых хватит одного-двух человек, чтобы в городе полностью поменялась ситуация. Поэтому мы не будем их видеть. Это профессионально обученные серые кардиналы. Это я сейчас не запугиваю, не солдат настоящий. Это ты хочешь, чтобы они появились? Или ты уже есть. Знаешь, что они появились? Это уже факт. Это факт неоспоримый, о котором знают все. Это есть. И поймите, солдат настоящий, который приходит и видит на месте своего дома воронку. И тогда он живет долго, благодаря тому, что он живет только одной местью. Так вот, это те солдаты, которые всю свою жизнь провели в тюрьме, а их дома их лишили. И за это они будут мстить. Это будет подсознательно или сознательно. Это не сказка «Алиса в стране чудес». Это те люди, которые живут одним. Они получают удовольствие. Это наркоманы, манипуляции другими людьми, стравливание и получение от этого максимального удовольствия. Это те люди, которые могут посадить перед собой 12 простых студентов и через буквально один разговор, не месяц, я сейчас не... Хорошо, но мне кажется, что такие люди, они были вот всегда... Всегда были наркоманы, не всегда места. Ходили, не всегда угрожали. Наркоманы, да, но это больные люди. Давайте не будем путать человека, который украл, извиняюсь, выражение полового органа, спрятал себе. Хорошо, давай не будем отступать от темы. Вот вопрос к коллегу. Вот есть ли действительно сейчас отличие, и в чем они, полицейского от милиционера? Я, во-первых, хочу сказать, что все, кто проходит аттестацию, они все рассказывают, что они пришли служить и хотят, чтобы поменялась ситуация, и часть из них действительно в это верят, и это, не может не радовать. Потому что... Нужно понимать еще какая часть. Это большая часть, это 30% или это 2 человека? Я не могу пока сказать, потому что я был только 2 дня, и прошло определенный... Нет среза всего, чтобы сказать, какая это часть. Люди разные. Но часть из них действительно, я был этому даже удивлен, что они люди этой системы правоохранительной, в хорошем смысле этого слова. Они болеют за то, что они делают, они хотят работать, и все признают, вне зависимости от того, коррупционеры, не коррупционеры, молодые, старые, что в последние 2 года стало лучше. В полтора даже, год-полтора. Во-первых, улучшилось материально-техническое снабжение. Хотя бы ту же канцелярию не приходится покупать за свои деньги или там выпрашивать у кого-то. Улучшилось немножко состояние там с топливом, что можно выехать. Зарплаты. Действительно подняли им зарплаты. Хотя вот Владислав Сердюк говорил нам только что, что криминальная ситуация... Ухудшилась. Намного ухудшилась. Происходит слом. Слом моральный происходит, слом в стране происходит, действительно колоссальный слом. Потому что надо научиться жить на зарплату, а многие люди этого не то что не умеют, они уже забыли, как это. Как помните в анекдотах, здесь еще и зарплату платят, так и здесь. Вот. Потому что, я же вам рассказал пример, 45 тысяч и всем доволен и канцелярию покупает. Вранье все. Часть людей... хотят доработать просто до пенсии. Но действительно встречаются люди, которые болеют этим делом, которые хотят работать. Вот я после этого сюжета хотел бы обратиться к тем общественникам, которые находятся сейчас в этих комиссиях. Там, мне кажется, что мы недостаточное внимание уделяем тем, кто сидит в дежурных частях. Обратите на это внимание. Потому что больше внимания. Судя по тому, как даже вот общался человек, который находится в этой дежурной части со Стасом, с жертвой. Да. В данной ситуации. Я поэтому сказал, те, кто там это, они все поймут. Потому что как-то стараются там не очень пристально смотреть на начальника дежурной части, на дежурного дежурной части. Все, больше там внимания. А вот после этого сюжета, я думаю, на это обратят в том числе внимание. И будут задавать другие вопросы. Мы сейчас вынуждены прерваться на сюжет, и я буду прощаться с моими гостями. Нас уже ожидают наши следующие гости. Мы вернемся к вам буквально через 2 минуты. А вам говорю спасибо. Да, всего хорошего. 991. Столько человек за 2015 год официально погибли от рук полицейских в Соединенных Штатах Америки. Первый зафиксированный случай применения украинскими патрульными оружия с летальным исходом всколыхнул общественное мнение.
прокурор заявил, что патрульный олейник застрелил пассажира БМВ умышленно. А Хатия Деканаидзе призывает не допустить инквизиции над реформированной службой. Киев, Львов, Ивано-Франковск. Массовые мероприятия прошли не за оправдание лейтенанта Олейника, а в поддержку новой полиции и честного правосудия. Об акции в Одессе не пестрили новостные ленты, но и здесь встретились сторонники стражи порядка. Спонтанное собрание прошло возле памятника Дюку, где в августе на службу заступили одесские патрульные. На акцию пришли единицы, но они считают это своим гражданским долгом. Мы хотели изменений в полиции, мы хотели реформ. Естественно, это не делается быстро, это делается через ошибки. Опыта нет, законодательство сложное, измененное. Ну как, ну неужели мы хотели сразу вот так вот раз и все хорошо? Мы все-таки надеемся на честность и то, что все будет по правилам, как должно быть. Одним человеком всю полицию определить нельзя, а какое решение примет суд, у нас в законодательстве написано. Тут уже без нас как-то. О политическом оттенке в деле Олейника заговорили эксперты. Ответная реакция последовала и из высшего законодательного органа. Более 10 народных депутатов взяли на поруки задержанного Сергея Олейника. Среди них народный депутат Алексей Гончаренко. Мне кажется, это попытка старой правоохранительной системы, судебной, расправиться с новой нарождающейся. Когда у нас отпускают там убийц или такого, как Клюева, или еще кого-то под подписку о невыезде, или просто дают ему бежать, а полицейского отправляют в СИЗО на 60 дней, я считаю, это несправедливо. Помиловать нельзя, казнить. Сомнения у политолога вызывает статья 115, которую инкриминирует служащему умышленное убийство. Оценку всем тонкостям предварительного расследования даст Печерский суд. Такое впечатление, что создан общественный резонанс искусственно для поддержания градуса в обществе повышенного, связанного с тем, что есть другие более интересные моменты политические, как я понимаю, в том числе отставка правительства, политический кризис, формирование коалиции. Вот здесь вот как раз тоже мы видим проявление правового, наверное, нигилизма. Соцопросы демонстрируют, за патрульными сохраняется высокий кредит доверия. За 3 месяца невозможно подготовить профессионального полицейского. Но без общественной поддержки нельзя сломать систему. Юлия Пробача, Александр Бондарь, Вячеслав Волоштаба, Думская ТВ.